Образование является не только важной основой в жизни человека, но также выступает в качестве дорожной карты для прогресса и развития страны. Чуланкорнский университет – первый университет Таиланда, основанный по инициативе короля Чуланкорна в 1917 году. Величественно возвышается в приятной атмосфере в самом центре Бангкока. Отличительной особенностью кампуса являются его здания в различных архитектурных стилях, создающих гармонию с природой тропического леса. В настоящее время профессор Пиром Камол Ратанакул, доктор медицины, является ректором университета. Количественный состав университета составляет более 40 тысяч студентов, свыше 3 тысяч лекторов и 5 тысяч сотрудников. Академический потенциал обеспечивается современными программами и технологиями научно-исследовательских центров, которые являются источниками интеллектуальных разработок и методов обучения. Это является причиной, почему 540 академических программ на 19 факультетах для студентов уровня бакалавра, магистра и докторанта и более 80 международных программ получили широкое признание на национальном и международном уровне. И поэтому университет по праву считается главным в стране. Чуланкорнский университет никогда не переставал развиваться и готовить выпускников, которые будут вносить вклад в развитие тайского общества, потому что он является колыбелью добродетельных и интеллигентных людей и продолжает служить опорой королевства.